Никитина, бухгалтер лодочной станции. Недавно на работу устроилась, и вот, пожалуйста. Перерезана артерия, а крови мало. Угу. Есть над чем подумать, правда? Дочка убитой, Оксана. Ксюша, вы не могли бы подождать? А это орудие преступления, я правильно понимаю? Понятые, прошу удостовериться. Сделано в Средней Азии, сталь пластинчатой, холодной закалки. Дорогая штучка. Мы его здесь, под кроватью нашли. По нему убийцу и вычислили. Что, прямо так сразу и вычислили? И где же он? За домом. Мы его в холодке содержим. Пускай привыкает к холоду. На зоне-то теплом не балуют. Уверены, что это он? Он, его нож. Измаил это сам признал. Измаил – это имя подозреваемого? Так точно. Измаил Нурбеков. Начальник лодочной станции. Она работала у него. У них, говорят, любовь была. Ну, давай, рассказывай. За что меня взяли? Я на лодочной станции спал. Я не убивал никого, Аллах свидетель! Ну, ты знаешь, мы других свидетелей предпочитаем. Кончай ныть, Нурбеков, чей нож мы в комнате нашли? Ты же утром сам признался, что это твой нож. Теперь отказываешься? Зарезал свою же бабу, как овцу. Мой. Не отказываюсь. Ручную работу отец подарил. Ну, я не виноват, почему не верите? У нас очередное убийство. Поселок Туманово. Женщина, 40 лет, Людмила Ракитина, бухгалтер. Граждане понятые, ваша задача – внимательно следить за моими действиями. Потом подпишите протокол с места происшествия. И договорились. Кто первым обнаружил труп? Дочь убитой Оксана, примерно 8:30. А вы, значит, в это время спали в соседнем строении? На лодочной станции, я же говорил. Юля, допроси Измаила Нурбекова. А я займусь всей этой рутиной. Хорошо. Пойдемте. Значит, я вчера шашлык готовил. Оксана гостей привела. Славу и Свету. Ну, там, вино выпили. Потом они лодку взяли, поехали кататься. А мы с Людой на причале остались. Что-то голова немного кружится, тошнит. От вина, что ли? Говорил тебе, не пей полусладкий, пей сухой. Слушай, а может, это от мяса? Какое-то оно странное было на вкус. Терпкое очень, а потом во рту очень жгло. Ай, зачем так говоришь? Я лучшее мясо брал у своего мясника. Что-то мне нехорошо. А если я пойду прилягу, ты не обидишься? Нет. Жара. Думаю, будто я ее зарезал. Как же зарезал, когда я любил ее? Сильно любил. Такая женщина. Ну, из-за любви, конечно, всякое бывает. Расскажите, как вы познакомились? Она пришла ко мне 3 месяца назад. Я ее бухгалтером оформил. А потом, ну, знаете, так бывает. Потянулись друг к другу. Что было после того, как Людмила ушла спать? Я молодежь дождался. Они сели на велосипед и в лес уехали. А ночью никаких посторонних подозрительных звуков не слышали? Нет, я спал крепко. А утром милиция. Иди, говорит, посмотри, что ты натворил. Браслеты надели. Что это за этот нож проклятый? Ну, вы же прекрасно понимаете, что ваш нож классифицируется как холодное оружие. Вы сейчас меня пытаетесь убедить, что его у вас кто-то украл, так? Выходит, так. А кто это мог сделать? Оксана? Нет. А у вас еще кто-то оставался этой ночью? Нет, больше никто. Ракитину, ну когда последний раз видели? Вчера. 8:30. Я к ней зашел, смотрю, она, ну, вроде спит спокойно. Я не стал ее будить, пошел ночевать к себе на лодочной станции. Ну, хорошо. Спасибо, на том. Отведи машину.
Слушай, пробей по нашей базе, пожалуйста. Нурбеков Измаил Рахмет Аглы. 1961 года рождения, город Душанбе. Алло, я по поводу информации о Нурбекове. Значит так, Нурбеков Измаил Рахмет Аглы, 1961 года рождения. В 82 году был осужден за соучастие в убийстве. На почве старого быта? А что это за статья такая, что-то я раньше не слышала. Ага. Какая 108-я? А какого кодекса? Ах, Таджикская ССР, то есть кровная месть. Ну что, надо предупредить Лисицына. Я не верю в такие совпадения. Конечно, маловероятно, что он встретил очередного кровника, но предупредить все равно нужно. Оксана, так что было здесь вчера? Ну, ничего особенного. Ко мне приезжали мои друзья. Света и Слава. Мы пили вино, ели шашлыки. Простите, ради бога, мне очень сложно говорить. Оксана, я все понимаю. Давай мы соберемся и попробуем вспомнить поподробнее вот с этого момента. К тебе приехали друзья. Ну, чтобы подробнее. Свету со Славой я не знаю. Ну, мы знакомы не так давно. Мы вместе в Туманово на велосипедах катались. А после шашлыков что было, помнишь? Мама с Измаилом остались на причале. А мы взяли лодку и там на озере поссорились. Видать, твоя мама замуж за Измаила собралась. Светка, тебе какая разница? Ты в чужие дела свой нос не суй, ладно? Ну ладно, ладно, нервничать не надо. Свет, давай тоже помолчи. Ой, да мне плевать. Ну, когда к вам с матерью переселится половина аула, ты меня вспомнишь. Ой, злая ты, Светка. Очень злая. А еще подругой называешься. Так, ладно, все, хватит лодку раскачивать. Дайте лучше венца выпьем. Оксана, ты ведь хочешь, чтобы мы нашли того, кто убил твою маму? Тогда продиктуй мне, пожалуйста, телефон твоих друзей, Славы и Светы. Угу. 8-926-543. Возьми протокол. Ни одной заценки. Ни одного чужого отпечатка пальца. Только пальчики и жертвы. Ну, а нож? А что нож? Нож хозяина. И неудивительно то, что на нем его отпечатки пальцев. Нет, ну если его прижать... Он тебе скажет, что мясо резал, лук резал. Телятину он резал. Шашлык вчера из телятины был. Да какая разница, что он резал? Что, убийство из-за ревности? Ты знаешь, полосануть ножом по горлу – это по-восточному. Но расположение тела говорит о том, что бедняга вообще не сопротивлялась. То есть как? Она лежала и ждала, пока ее прирежут, ну, что ли? Спала, наверное. Меня интересует один факт – то, что мало крови. Возможно, разрез был сделан уже после того, как Ракитина умерла. Костя, ты говоришь об этом уже второй раз. Отправляем тело в ФЭС, там разберутся. Все. Ну, пойдем на лодочную станцию сходим, посмотрим, что там за лодки. Ты посмотри, Юля, места-то какие. Нам бы такую работу. Весла, лодочки. Угу. Ты греби-греби, капитан, учись. Грибу, товарищ майор. Что ж за шекспировская трагедия здесь разыгралась, а? Ты знаешь, может, и не было никакого Шекспира. Ну, посидели, шашлычков пожарили, водки выпили, слово за слово зацепилось и понеслась. А ревность как болезнь разыгралась к вечеру. А ты документы у этого Измаила проверила? Ну, конечно, проверила. Российский паспорт, московская регистрация. Кстати, нашего рецидивиста причал здесь, кусочек земли, налоги платит. Галина Николаевна, судя по всему, умерла она не от раны на шее. Я возьму пробу на гистологию. Хорошо. После вскрытия мне нужна полная химия крови и содержимое желудка. А ребята пусть проверят. Хорошо, товарищ полковник.
Начинаю гелевый тест на определение группы крови рабочих образцов. Каждый раз смотрю на тебя и на эту центрифугу и думаю, менее сложный организм использует более сложный механизм. Парадокс. Да нет, это центрифуга использует меня, а не я ее. Без меня она не умеет общаться с такими, как ты. Лови данные. Ну, зубры криминалистики, что скажете? А пробы крови из клинка и из тела жертвы идентичны. Это кровь Ракитиной. А при вскрытии крови не обнаружено ни в легких, ни в трахее. Ну что ж, теперь мы твердо знаем, что горло Ракитиной перерезали уже после ее смерти. Это Рогозина, наша версия подтвердилась. Рана на шее у Людмилы нанесена посмертно. От чего же она умерла, интересно? Экспертиза ткани жертвы еще не закончилась. Ты думаешь, Измаила подставили? Спроси, Чуть Павлович. А как там? Путин мне пивко не беспокоит? Не беспокоит. Сиди тихо, а то пристрелю. Понял? Понял, понял. Огурчиками маринованными запахло. Это уксусная кислота выделилась. На, лучше проверь этот алкалоид. Анализирую фрагменты содержимого из желудка погибшей. Да в тебе просто погиб диктор телевидения. Лабонит, вытяжка из корня, используется в народной медицине. Ядовит. Ты о таком слышал? Конечно. Действие этого ядовитого снадобья проявляется жжением во рту. У человека ощущается пульс, расширяются зрачки, потом потемнение в глазах. Ну, в общем, начинаются судороги, стеснение дыхания, обморок. То есть, если я тебя правильно понимаю, бедолаге нужна квалифицированная помощь, иначе хана, да? Правильно понимаешь? Именно квалифицированные. Спасибо тебе. Поверь, я не убивал твою мать. Как сестре клянусь. Как дочери клянусь. Ну что, выяснили, где убийца достал лабонит? А он его мог купить. Как выяснилось, это лекарство. А, как всегда, вопрос пропорций. От лекарства до яда один шаг. Итак, убийца добавил яд в шашлык. Но как ему удалось так адресно вручить кусок отравленного мяса? Галина Николаевна, если так, убийца сам готовит мясо, отравил один шампур и вручил его жертве. Эй, а если промажешь? А ты хочешь так остаться? Малашик, ты посмотри, а? Даже руки не поцарапал. Выходит свобода. Только что мне с этой свободой? Что мне с ней делать, Оксанка? То, что на ноже, на бутылках и на одноразовой посуде отпечатки Измаила, это нормально. Но это еще не все. Что это за марсианская хроника? Это ворсинки. Я их нашла на рукоятке ножа и на веслах лодки Измаила. Они кровью прилипли. Так, ну это не волосы. Можешь увеличить? Да, кстати, в составе этих ворсинок 20% шерсти и 80% акрила. Галина Николаевна, мы установили, что эти ворсинки с велосипедных перчаток. Так, а вот это уже интересно. Похоже, кто-то специально потер ими рукоятку ножа и весла. Стирали отпечатки пальцев. О, Галина Николаевна. Кость, привет. А где Соколова?
осталось на лодочной станции с местной милицией. Я Оксану привез на допрос. Это очень хорошо, что ты привез. А Соколову передай. Пусть хоть вверх дном там все перевернут, но следы лобонита надо найти. Что, считаете убийцу идиотом? Что, он оставил и нож, и яд на видном месте, да? Ну, на видном, не на видном, но найти его надо. Потому что без орудия убийства нам будет трудно найти убийцу. И вообще, ты знаешь, странно. Чем больше нам подбрасывают улик, тем больше подозрений на Нурбекова. А я не верю в его виновность. Кстати, его нашли? Секундочку. По тревоге подняли всю местную милицию. Они прочесали окрестности, лес. Пока ничего. А, вот, значит, это место. Озеро. Рядом поселок Туман. Беглый лодочник как сквозь землю провалился. Ну, ничего страшного. Разошлем ориентировки по всем вокзалам, аэропортам, автобусным станциям, постам ДПС. Он у нас вот здесь будет. Да не все так просто. Он там больше года. Наверняка у него в лесу есть свой тайный уголок. Пустой номер. Ничего даже близко похожего на яд. Здравия желаю, товарищ капитан. И тебе того же. Вольно, сержант. Микстуры от кашля. Болотом каким-то несет. Народное средство? Проверим. Конечно, проверим. Отвезем в ФЭС. В лаборатории нам там точно все скажут. А чего ждать? Сейчас проверим. Испытанное дело. Сержант, а ну-ка быстро поезжай за подопытным. Понял. Расскажи. Как и когда твоя мама познакомилась с Измаилом Нурбековым? Ну, в общем, 2 года назад мы похоронили папу. Он был военный летчик. Разбился. Извини. Я не знал. Я папу очень любила. Гордилась им. Но, в общем, потом началось. Работы нет, денег нет. Залезли в долги. И кто-то из маминых знакомых посоветовал устроиться бухгалтером на лодочную станцию. Говорят, ну, места там хорошие, тишина, лес. Ну, и зарплата более-менее нормальная. А они с Измаилом не ссорились? Да мне мама не рассказывала ничего особо. Я просто там сама как-то начала что-то замечать. Ты считаешь, если я крашусь, то я иду на свидание, да? Мама, откуда у тебя вот эта кофточка? Ожерелье? Белье? Сана, отстань, это тебя не касается. Почему я не могу встречаться с кем я захочу? Мам, да ты еще скажи, что ты имеешь право на личную жизнь. Я еще не старая. Мы папу похоронили больше 2 лет назад. Мам, а ты знаешь, что у этого Измаила жена и 4 детей в Душанбе? Это тебе известно? Я знаю. Разведется, если нужно будет. Какое тебе вообще до них дело? Он меня любит. Разбежался. Разбежался, мама, именно. От этих детей мне есть дело, потому что эти 4 детей будут жить в нашей пока еще с тобой квартире. Ясно? И почему-то странно, что все эти гастарбайтеры обращают внимание только на дамочек с квартирами. Им не нужны невесты без квартир. Откуда в тебе столько злости? Он, между прочим, велосипед тебе подарил, и ты живешь на его лодочной станции. Он же добрый, ты знаешь, как тебе не стыдно. Да пусть он забирает этот велосипед, мне он не нужен. И лодочная станция мне это не нужна. И живу я в ней только ради тебя, мама. Пошла вон, дура. А давно ты знаешь Свету и Славу? Ну, Света и Слава, они велосипедные байкеры. Катаются в Туманово. Я тоже. Вот там-то мы и познакомились. Девушка, вы как, не ушиблись? В порядке все? Ничего. Извините, ради бога. Как, нормально? Ничего, немножко загляделась, на вас справила. Саня, давно в седле, нет? Ну, если честно, 3-й день. А, ну, заметно. Велик у вас тоже нужно. Горный прям такой настоящий весь. Ну, а как зовут такую красавицу на таком велике? Оксана, а вас? Слушай, давай на ты. Меня Слава зовут. Это Свет, моя подруга, по колесам. На каждого пода всего 4. Слушай, мы собираем, что горки отличные есть. Там когда-то еще как по аэродрому катаемся. Поехали с нами покатаешься? Поедем? Да я как-то... Ну, поедем заодно и поучишься. Поехали. Да ладно, хорошо. А в тот вечер, когда погибла твоя мама, кажется, вы тоже катались? Да, после лодки. Потом они поехали на станцию, боялись на электричку опоздать. А почему же они не остались там переночевать? Да я предлагала, а Светка заупрямилась, сказала, что не хочу, надо домой. Все, сели на велики и поехали. Вот, привез. Что это?
Это ж таракан. Ну, удаете, мужики. Это и есть наша лаборатория. Космическая лаборатория. Мы уже дважды проверяли, отравление, яд это или не яд, на тараканах. И дважды не ошиблись. Эксперты тоже мне, а? Ну, давайте попробуем вашим способом. Ап. Опа. Ага, не понравилось. Жив, бродяга. Говорят, они даже радиации не боятся. Ну? Что я вам говорил? Говори уже скорее, что в пузырьке. Я сгораю от любопытства. От возгорания у нас есть огнетушитель. Шустов, у тебя каменное сердце. Принесено в жертву невинное насекомое. Ух ты, Скалов, ты, оказывается, друг животных и насекомых. Я тебя конкретно спрашиваю, что внутри? Докладываю чисто конкретно. Натрия бензонат, аммоний хлорид, масло анисовое. Это средство от кашля продается в любой аптеке. Это я так и знала. Сколько раз тебе говорить, не доверяй этой самодеятельности. Юля, не давайся ты так. Следы от микстуры только на стенках пузырька, а внутри раствор лабонида. Причем концентрация и набор алкалоидов те же, что и в пробе из тела жертвы. Успокоилась? Свободно. Я сам пришел. Добровольно. Слушай, что ты расшумелся? Вижу, что пришел. А убегал зачем? Сидел за одно дело лет 20 назад. Мы в курсе, что ты сидел, срок отбывал, знаем. А ты что бы сделал? Как поступил? У меня брата застрелили в драке. Я последний мужчина в семье. Если бы не отомстил, позор был бы. Сейчас Людочка погибла. Бывший зэк, кто поверит, а? Скажи-ка ты за последнее время что это натворил? А? Ничего. Мама, клянусь, ничего. Спал себе тихо. Это место только Людочка знала. Мы там... Такой женщины больше никогда не встречу. И на тебя на спящего напали. Может, снимешь наконец это уже? Это сниму. А вот за порчу госимущества за это по головке не гладят. Если бы не этот браслет, я бы от тот мужик никогда не отбился бы. Я сразу не верила в виновность Измаила. А уж после того, как он сам к нам пришел, да еще с очевидными следами покушения на него самого. Ну, не было у него никакого мотива убивать. Не было никакого. В шприце оказался точно такой же яд. Лабонит. Точно такой же? Да, но из другой партии. Но концентрация, состав, все совпадает. А там одно отличие нашел. Отсутствие следов микстуры от кашля. Так что я думаю, шприц этот наполняли не из нашего пузырька. Ну, естественно. Пузырек же у нас лежит. Ну, давай будем думать. Кому выгодна смерть Ракитиной? Дочери? Торопилась овладеть квартирой, пока мать не вышла замуж за Измаила? Чтобы с ним не делиться. Ну и что ты мне показываешь? Все перчатки какие-то пижонские. Так, так, ты посмотри. Точно такие же, как это. Изготовитель. Залесская фабрика спортивного инвентаря. Хорошо, то есть правую мы нашли. И я, кажется, знаю, у кого левая. Вы извините, что пришлось вызвать вас повесткой.
Мы Славу, кстати, тоже вызвали, только вот он не пришел почему-то. Не знаете почему? Нет, не знаю. Я за ним не бегаю. Только, знаете, нельзя ли поскорее? А то я с работы отпросилась только на час. И где же вы работаете? В банке. Я менеджер валютного отдела. А я в федеральной экспертной службе. И у нас, знаете ли, не торопится. Галина Николаевна, у меня важная новость. Я нашла мотив. Оксана – сводная сестра Светланы. Что? Потрясающе. Как тебе это в голову пришло? Я прокрутила запись допроса и нашла, что между девчонками есть что-то общее, но не во внешности, нет, внешность тут ни при чем. Но вот в повадках, в манере смотреть из-под лобья, хмурить лоб, у них даже морщинки на лбу одинаковые собираются. Ну вот я и подумала, уж не родственницы ли они. А дальше дело техники. Я залезла в базу данных Департамента муниципального жилья Москвы и области, сравнила фамилии и нашла, что и у Оксаны, и у Светланы один и тот же отец. Тот самый летчик, который погиб. Но почему же тогда у них фамилии разные? Оксана Ракитина, а Светлана Горенко. Мать Светланы развелась с мужем, летчиком Ракитиным, до рождения дочери. И дала ей свою фамилию Горенко. А летчик вскоре женился на Людмиле, и у них родилась Оксана. А Оксана знала о сестре? Думаю, что нет. Скорее всего, от нее это скрыли. Хотя отец свою старшую дочь признал. Он ей помогал, и он даже вписан у нее в свидетельстве о рождении. Получается, Светлана еще одна претендентка на квартиру, оставленную летчиком Ракитиным. И это тот самый мотив, которого нам не хватало. Светлана, еще допрос? Да. Итак, ты сводная сестра Оксаны. Это вы откуда знаете? Работа у нас такая. Я даже знаю, сколько тебе лет. Ну, а если даже и так, что такого? В других обстоятельствах ничего. Очень даже мило. А вот когда убита вторая жена твоего покойного отца, расскажешь, как вы с другом подстроили случайное знакомство в лесу? Слушай, Свет, это она, по-моему, нет? А точно она? Да, она даже, по-моему, похожа на тебя чем-то. Что, уродина? Да ладно, хоть, ну шучу я. Так, слушай, давай, падай сейчас. Давай. Тихо-тихо. Свет, ты чего? И ты ничего не почувствовала, когда увидела родную сестру? Еще как почувствовала. Я ее ненавижу. И мамашу ее ненавижу. Мамашу даже больше. Это из-за них мой папа не жил со мной. Это из-за них он погиб. А если бы эта гадина не увела моего папу, моей мамы, то все было бы совсем по-другому. И ты ее убила. Так, запомните, со мной надо говорить на «вы». Я никого не убивала. Это замучишься доказывать. А то, что ты сейчас слышала, я тут пьесу сочиняю для самодеятельности. Понравилось? Убийца действовал в велосипедных мужских перчатках. На веслах и ноже одни и те же следы. Это ворсинки от перчаток. Значит, Слава. Угу. То есть Измаила сначала хотели подставить, а потом решили убить. Труп бы не нашли, дело списали на сбежавшего преступника. И все. Можно вступать в право наследования. Они потому и торопились. Если бы Измаил и Людмила поженились, то Светлане досталось бы очень мало. Вот только где теперь искать этого Славу? Да уж. Кстати, а где Оксана? Я звонил обоим, мобильники не отвечают. Значит так, эту барышню Светлану задерживаем и немедленно найди мне Оксану. Я видел правую руку. Так ты кто такой? Ты вообще что надо? Стой!
Сейчас я глотку перережу, понял? Тебя посадят! Ты чего, Славик? Я ж просто хотел это поговорить. Так, все, ничего не знаю. Ствол положил? Пистолет? Положил, я сказал. Вот, все. Отошел. Ага. Отошел! Еще! Еще? Еще! Конечно, Славик, ты ж... Еще! Славик, куда же еще? Еще, еще. Ну что, пока не начали допрос, я вам предлагаю сделать чистосердечное признание. На суде это... зачтется. Слушай, да пошел ты. Правильно. Пусть катится нахрен. Сам пиши. Ваши отпечатки пальцев найдены на флакончике с ядом. А твои на шприце. Да чепуха, на каком шприце? Этого быть не может. Не слушай их. Это они нас на понт берут. Вы случайно не теряли вот эту перчатку? Не помню, может быть. Вот наглец, а. Эта перчатка была найдена у озера, с которой вы пытались смыть кровь. А эту перчатку мы нашли при обыске в вашей квартире. Слушай, вы мне что клепаете-то? Я в этот день в Туманово был. Эту перчатку где угодно могли подобрать. Пойду помогу. Вот это отчет по поводу вашего ДНК. Потожировые следы внутри перчатки принадлежат вашему генотипу. Ну, допустим. Какое это отношение имеет к убийству тёти Люды? Сейчас это объясним. Экспертиза доказала, что ворсинки трикотажа, которые прилипли к веслу и к рукоятке ножа, от ваших велосипедных перчаток. К тому же на левой перчатке обнаружены следы крови, принадлежащие Ракитиной. И хотя вы их стирали, но не отстирали. Да у нас алиби. Мы в тот вечер оба уехали в Москву. Я могу показать билеты. Ну, покажите билеты, нам не помешает. Только я хочу рассказать один анекдот про одного мальчика, который обманул кассира. Билет он купил, но никуда не поехал. Я не сомневаюсь, что отец помогал вам. И вы доили его по полной программе. Иначе откуда в вас такие амбиции и эгоизм? Каким-то образом вашему отцу удавалось скрывать это от второй дочери. Оксана ничего не знала о вашем существовании. А когда отец погиб, вы тоже имели право на наследство. Но только не хотели ждать, судиться с вашей сестрой и ее матерью по поводу своей доли. А еще когда узнали, что Людмила замуж собралась, вот тут-то у вас и созрел план. Так решайся. Я свое дело сделала, очередь за тобой. Так, подожди, Свет. Ты мне объясни, она вырубится окончательно, через сколько? Часа через три. Ты подбросишь нож и пузырек с ядом, потом мы смоемся. Подожди, Свет, ну а придет, если кто-нибудь, или что? Никто не придет, опять ты за свое. Ну попадаются только кретины. Менты найдут нож Измаила. Потом умный следователь из прокуратуры найдет пузырек с ядом. У нас будет полмиллиона долларов. Прикинь? Полмиллиона, говоришь? Ну давай. Слушайте, я не виноват. Все она. Я на деньги повез. Будь они прокляты, эти деньги. Кто хотел убрать Измаила? Слушай, это была твоя идея. Моя? А кто мне сказал, что труп не найдут? Кто мне сказал, что все спишут на беглого уголовника? Да заткни! Я так и думал, что между ними нет никакого романа. А связывали их общий интерес. Что же? Тварь! Так, стоп, стоп! Вы сказали, что оба сели на велосипеды и поехали на станцию. Однако в Москву отправилась одна Светлана. Это так? Ну да. Там последняя электричка была через 40 минут. Свет ждала меня на платформе. Слушай, Свет, ну вот последняя здесь электричка в 021. Понял? Поедем. Значит, уезжаете? Зря. Места много, но оставайтесь. Не, спасибо. Люблю засыпать дома. Особенно в объятиях этого типа. Сладкая парочка. Ну ладно, тогда я домой. Ну давай, пока. Да? Ну все, счастливо. Пока. Я не могу этого сделать. Ты понимаешь, я тебя человек не убивал никогда. Ну как? Ну я не могу, Свет. Я не смогу. Слава, ты не будешь убивать. Ты просто перережешь горло мертвой. Это сложно? Тебе легко сказать. Слава, не надо дрожать. Будь мужчиной. Ты не думай об этой старой дуре. Думай о награде. Свет. Ну, я честно, я боюсь просто. Ну, вдруг посадят. Ну, поймай на руку, Свет. Хватит ныть. Я поехала. Велосипед спрячь в кусты.
поймали. Ошибаетесь. Возможно, вас и подвела случайность. Но погубили вас улики. Уведите. Есть. Руки. Руки.